Интернет от Триколора, от Гелата. Нога идет отдельно, стоимость 700 рублей. Блин, ей цена пятихатка. У нее даже сэкономлено одно крепление с одной стороны. Эконом вариант такой. Очень дорогой. Комплектация у нас. Ну, получается, комплектация бомж. Антенна. Антенны-то нету. Ну, для примера покажем Altegra. Правда, старая платформа. Вот такая вот. Приемопередатчик. Вот это вот у нас приемник. А это у нас передатчик. Такой. Все это дело двухватное. Ну, цена так на глаз. Давай. Зарежем его. Бля, сейчас сразу валится. Че там? Или на пол его кинуть, а потом достать, да? Сразу видно, замотано скотчем. О, ключик в комплекте. Могли бы нормальный положить. Да. Че, надо поп... Давай это. Зарежем его. Ну. Стопка да, давай. Да ну да. Сейчас. Парадон, вот там. Ну давай. Давай. Залежавшийся комплект. Отрезай. Вот тут, короче, отличие Триколор от Altegra, что здесь уже как бы для людей собрано. Вот этот вот блок, он уже готовый. Его не нужно думать, как собирать. То есть, в принципе, собрал и все. Такой. Ну, как бы, в принципе, сделано качественно. Да, есть тонкая регулировка угла места. Надо пробовать. Попробуем, покажем. Дальше идет у нас приемопередатчик. Он тоже собранный. Да, есть шестигранник. Но собранный уже. В отличие от Altegra, в комплектах обычно он разборный. Ну такой, по весу, ну столько не стоит. Ну, такой аппаратик. Металл дешевле. Да, пластик непрозрачный. Вот еще опять же отличие, да. На других он более тонкий пакетик, но может быть надежнее. Есть вход-выход. Примерно как у Хьюза реализовано. Также в комплекте идет металлический подзеркальник. Не вынимает. Но тут-то, конечно, сэкономили. Вроде бы металл толстый, но очень легенький. Как будет стоять, никто не знает. Ну, болты. Они вроде неплохие. Кабель по качеству вроде нормальный. На глаз где-то метров, наверное, 15 или 20. Кабель сдвоенный, спаренный. Промаркированный TX-ом и RX-ом. С одной стороны уже компрессионные разъемы стоят. С другой стороны нету. Вот, видать. Фешки в комплекте идут. Ну, дальше у нас идет модем. Терминал спутниковый. Ну, документация диска. В общем, ничего интересного. Ну, так, вот такой вот модемчик. Фокус работает как хочет, короче. Ну, вход-выход. У него питание, заземление и все. В общем-то ничего нету. По комплектации по модему, ну, витая пара, питание, флешки, диск. Все. Давай откроем это дальше.
Вот так вот с виду, если смотреть, то комплект, конечно, бюджетней смотрится. Металл легкий, ненадежный. Ну да, так. Вот они, конечно, здесь выполнили ребро жесткости. Ну это своеобразное. От парты больше похоже. Тоже то есть, насколько оно будет отшкольное. Надежно стоять, при том, когда на него свалится снег. Труба мне кажется надежной. Тем более, если она из полторашки металл. Это, наверное, да? Да, ну, примерно так, но не очень. А дай зеркало посмотрим. Зеркало. Ну, зеркало без бренда, да. А тяжелое нет? Странно, почему-то Триколорский интернет... Ну, по весу стандартное, что от Касата, от Виасата. Размер, ну, примерно соответствует. 0,75, да, там? Да, еще побольше. Да, похож. Ну, в общем-то, примерно. Вот почему бренда нет? От Виасата, кстати, зеркало было меньше, пошире, но повыше оно такое. А это оно чуть... Да, и тут очень похоже. Что-то они где-то сперли, короче, кого-то. Ну, также 5 точек крепления, вот видно. Да. Ну, все, наверное, да? Будем собирать. Собрали мы антенну триколоровскую. Под К-диапазон. Такая довольно внушительная. Сейчас мы попозже сравним ее с альтегровской. Так кажется даже, что кривая, да, так? Но она у нас своеобразная. Вот если так посмотреть, то будет ровненько. Оп, да, антенна так. Углом. Еще. Крепится она, конечно, своеобразно. Крепится она, как обычная, 0,6. То есть нет такого подстаканника, как на американских антеннах. Не очень удобно будет ее крепить. Ну, вроде нормальное такое крепление. В принципе, пойдет. 2,5 ватта передатчик. К-диапазона. Такой вот. Вот так говорили, что покажем. Здесь вот непрозрачный пластик. А вот американцы применяют с прозрачным пластиком. Вот. Что касается подстаканника. Рядом поставим вторую. Так вот. Вот оно, как американцы делают. То есть вот здесь вот одевается на трубу определенного диаметра и затягивается сбоку. И дальше вся эта платформа независимо стоит на креплении. То есть затянуто. И уже регулируется сама антенна влево-вправо, вверх-вниз. То есть большой ход, малый ход, как угодно. То есть более качественное массивное крепление. Хотя и пластик, но чувствуется, будет покруче, чем металл от Триколора. А здесь не очень удобно это выполнено. То есть она может просаживаться, вниз прокручиваться. То есть нет ограничителя никакого. Ну, так, как обычная. То есть, как обычная 0,9, ты крутишь влево-вправо, 1,20 м, а она может по чуть вниз съезжать. Будет не очень удобно. Вот. Вот такое отличие. Можно сзади посмотреть. Если их поставить обе, то вот вроде триколоровская она... Что-то подлиннее, наверное, будет. Вот так вот, если посмотреть. Причем подлиннее нормально. А по размеру зеркала оно одинаковое. С ней. Как справится этот кронштейн со временем? Не будет ли он отгибаться вниз? Это еще неизвестно. Точка крепления нормальных антенн, оно больше. Так вот, скажем, посадочное место, оно больше. Так вот видно, да? Здесь винт, там винт. Плюс труба. А здесь профиль. И точка крепления здесь
сантимов 5, наверное, то есть. Стоит, наверное, отогнуть ее вниз небольшим снегом, сугробиком. И чувствуется, придется менять антенну. Либо на глаз отгибать. Короче, время покажет, как будет ломать снег это все дело. Конечно, надо ставить там, где не будет снег сходить, но это будет не всегда, не везде. По-разному. Вот мы нашли место для нашего триколор интернета. Кинули его на пол. Будет так вот лежать. Да, ценничек на него, ну, стандартный. Вот примерно его характеристики. Такой нормальный. Гиг 180 рублей. 1810 гигов. Ну что там на глаз? 3620 гигов. Ну, в принципе, тарифы, знаешь, такие нормальные. Если зарабатываешь десятку, ну, что, сиди на модеме за 2G там, если он есть там. Да. Рубишь полтос, свободно можешь себе купить триколор интернет. Нормально, да?